Всем здравствуйте, намасте. С вами Анатолий Пахомов. Мы находимся в Италии, в Сицилии. Там вдали видно море. Только закончился инструкторский курс ваджра-йоги. Раньше этот курс я проводил в Индии зимой. Сейчас мы переместились к морю. Местности. Сицилия, здесь у нас чудесно и море есть, и вот сейчас на заднем плане там горы, сможете увидеть. Прекрасное место. Приглашаю вас участвовать в следующем году в инструкторском курсе. Мы объясняем основы йоги, основы преподавания, основы корректного подхода к позвоночнику, и даже в программу курса у нас будет немножко путешествий. Мы путешествовали по заповеднику Дзингаро, вот он там находится, плавали на катере, заходили в разные интересные бухты, купались, ныряли. Здесь в мае уже достаточно тепло, можно купаться, загорать. Вот, то есть мы можем сочетать вот, обучение йоги. До свидания.